старая чешская постройка, город Ужгород. Стоит уже больше 100 лет. И еще будет стоять. Для параду, прям, а чтобы это выкладывали, и гроши на станову, и гроши точно будут. Сколько? Встаете сразу, ага. Так, вдягаете, красиво. Так, едете на работу, цілий день працюєте, в кінці місяця забираєте частину грошей. Все, це 100% працює. Вообще Ужгород считается довольно старым городом. Он очень похож на город Львов, на Прагу, Будапешт. Строили одни же и те же строители. А замки строили на курином желтке-белке, скажем так.